В поликлинику, пенсионный фонд или театр. Теперь Елена Глушкова может добраться до нужного места с комфортом и при этом бесплатно. В Самаре первый день в рейд выехало социальное такси. Проект разработали в Департаменте социальной поддержки и защиты населения. Создание безбарьерной среды для инвалидов – приоритетное направление городской политики. Если мы пользуемся обычным такси, обычно на коляске выезжаешь, пересаживаешься на сиденье, водитель должен эту коляску сложить, и не всякому это охота. Нам сейчас направо можно. Да. Вот. Но вот так, конечно, удобнее от места до места. Фургон оборудован специальным подъемником. Достаточно нажать на одну кнопку, и пандус опускается, чтобы коляска могла беспрепятственно въехать внутрь. Подъезжаешь, звонишь, инвалид выходит, колясничек, сажаешь и едешь по адресам. Перед тем, как это самое, приехать к инвалиду колясничек, есть заявка, дают диспетчеру, заранее, за день приходишь, смотришь заявки, адреса и едешь по адресатам. Заявки начали принимать только с 9 февраля, и уже больше 70 человек захотели воспользоваться услугой. Елена Глушкова оценила новинку на отлично. Единственный минус – отсутствие удобных поручней или креплений для коляски. Сейчас проект работает в тестовом режиме. Критика приветствуется. Для этого у нас сейчас и создан вот этот пилотный проект, да, чтобы учесть пожелания, предложения инвалидов, да, и, учитывая наши возможности, внести корректировку в данный проект. Чтобы оставить заявку на поездку, нужно за 3 дня до нее позвонить в Департамент социальной поддержки по телефону 332-05-98. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События.